Всем привет, мои любимые подписчики, с вами Игорь Линк и добро пожаловать в Прагу. Где-то примерно полтора года назад, как только я сюда переехал и снял видео о том, как здесь здорово, мне очень многие в комментариях писали, что это все радость мигранта. Подожди год, привыкнешь ко всему, все это тебе надоест, и вся вот эта радость, она спадет на нет. И вот прошел уже не год, а целых полтора, то есть вся вот эта радость мигранта, она должна была выветриться из меня просто начисто. И я решил записать это видео для того, чтобы рассказать вам о том, как я вот сейчас чувствую себя в этой стране, в этом городе, прошла ли вот эта радость мигранта, и поводить вас по некоторым своим любимым местам. Я не буду водить вас по всяким достопримечательностям, типа Пражского града, который вы сейчас, возможно, можете видеть вот там вот вдалеке. Сегодня я хочу показать вам Прагу такой, какой ее вижу я, ну, практически каждый день. Собственно, это первое место, куда я решил вас привести. Выглядит как какой-то глухой лес, и у вас может возникнуть вопрос, а на кой хер, Игорь, ты нас привел в какой-то ебучий лес? Ведь ты обещал водить нас по Праге. А все дело в том, что это никакой не лес, это вообще-то на самом деле элитный жилой район. И если мы сейчас повернемся на 180 градусов, то вы увидите практически новые дома. Это жилые комплексы бизнес-класса, River Garden, или как-то так они там называются, а район сам называется Карлин. Но я вас сюда на самом деле привел для того, чтобы показать вам вот это. Это паромная остановка. И что здесь такого, спросите вы? А прикол здесь в том, что все вот эти паромы, остановки и так далее, все это входит в сеть городского общественного транспорта. И если вы покупаете какой-нибудь билет, например, на час езды, то вы в том числе можете передвигаться не только на автобусах, метро и так далее, на таких традиционных видах транспорта, но еще и на паромах. Разумеется, речные пристани есть и во многих других крупных городах, но чаще всего они используются просто как остановки для экскурсионных катеров и паромов. И даже если эти паромы и используются как регулярный транспорт, то билеты на них, как правило, покупаются отдельно по каким-то своим собственным тарифам. А здесь, в Праге, когда мне, например, нужно доехать до магазина электроники, я покупаю обычный билет на общественный транспорт, но затем, вместо того, чтобы ехать на автобусе по обычной дороге, я плыву на пароме по реке. И я понимаю, что далеко не всем мой восторг понятен, но я до сих пор дико кайфую от того факта, что каждый раз, когда мне нужно съездить за какой-нибудь SD-карточкой, это каждый раз превращается в маленькое речное путешествие. Переплыв на другой берег, мы оказываемся в одном из моих любимых районов в Праге – Галишовец. Этот район особенно любим мной, поскольку, оказываясь здесь, я чувствую себя так, словно я вернулся обратно в Петербург. А как коренной петербуржец, проживший в этом городе более 27 лет, я безумно люблю этот город, особенно за его архитектуру и неповторимую атмосферу. И тут стоит отметить, что Прага очень похожа по своему духу на Петербург, с той лишь разницей, что Прага все-таки поменьше размером, более уютная и, наверное, менее депрессивная. И одной из тех вещей, которые создают эту неповторимую атмосферу в обоих городах, являются те самые маленькие ламповые кафешки, которые чаще всего располагаются на первых этажах зданий старого фонда. И чем мне в этом плане особенно нравится Прага, так это то, что за счет более узких проезжих частей здесь более просторные тротуары, и практически каждая такая кафешка может держать свою собственную террасу. И разве может быть что-то более хайповое, чем почилить со стаканчиком фруктово-ягодного смузи, поскролливая свой новенький iPhone в ожидании сообщения от краша? Гольф. Я никогда не был фанатом этого вида спорта, и более того, я даже не могу назвать себя человеком, который в нем хоть сколько-то разбирается.
Но при этом, в отличие от остальных видов спорта, гольф мне всегда был в какой-то степени интересен. В первую очередь из-за того ореола элитарности, который окружает эту игру. И стоит признать, что окружает небезосновательно, ведь в отличие от какого-нибудь футбола или хоккея, вы никогда не услышите новость о том, что фанаты гольфа, тенниса или бильярда устроили массовые драки или беспорядки во время какого-нибудь чемпионата мира. Впрочем, здесь сразу же можно поспорить, сказав, что аудитория футбола в принципе больше, чем аудитория гольфа, и мол, в такой большой аудитории просто неминуемо найдутся свои неадекваты. Но в любом случае нельзя спорить с тем, что в массовой культуре, в частности благодаря тем же фильмам, гольф ассоциируется с какими-то богатыми мужиками, которые используют эту игру просто как повод для того, чтобы провести переговоры и подписать какую-нибудь многомиллиардную сделку. Дело ведь в том, что во время гольфа между самими ударами у тебя есть просто куча свободного времени, которое ты можешь потратить на то, чтобы обдумать что-то, или на то, чтобы переговорить со своим потенциальным партнером. Но лично мне гольф видится просто как супермедитативное занятие, и каждый раз, когда я проезжаю мимо этого маленького тренировочного поля, которое расположено в Голешовицах, я каждый раз останавливаюсь и залипаю минут на 15, просто глядя на всю эту картину, которая, как по мне, является самым настоящим воплощением безмятежности. Ну а чтобы попасть в следующую локацию, где я периодически снимаю видосы или просто сижу один и залипаю в пустоту, нам понадобится спуститься по Жишковскому тоннелю. И хотя это просто обычный пешеходный тоннель, который соединяет район Жишков с Карлином, у него тоже есть какая-то своя собственная атмосфера, благодаря этому весьма необычному освещению. Причем должен отметить, что внизу, на входе из Карлина, тоннель выглядит намного более опрятно и уютно, чем наверху, на входе из Жишкова. И теперь, выйдя из тоннеля, нам нужно повернуть направо и пройти где-то примерно минут 5. Это самый обычный офисный центр, который называется Афи Карлин. Впрочем, вы, наверное, уже заметили, что он не совсем обычный, ибо на его стенах высажены самые настоящие живые растения. Благодаря ним и само здание начинает казаться как будто бы живым. Его внешний вид постоянно меняется, и никому ничего не нужно для этого делать. Оно меняется само просто благодаря тому, что меняются времена года. А помимо этого, такие стены снабжают близлежащую территорию свежим кислородом, и, что особенно приятно тем, кто находится внутри, выступают в роли отличной шумоизоляции. Причем вот это здание с этими живыми стенами, с этой прекрасной прилегающей территорией ухоженной, все это находится на самом деле в очень укромном уголке. Здесь очень немного людей, туристов здесь вообще практически нет. Здесь был вот магазин, но он закрылся, потому что клиентов практически нет. Это место, это такой спрятанный закуток в Карлине. Карлин — это тот самый район, откуда мы с вами на пароме отчаливали. И это прям идеальное место, чтобы вот одному посидеть, отдохнуть, послушать журчание фонтанов. И что, вы хотите сказать, что вот это вот хуже, чем в Петродворце? Да я вас умоляю. Но к чему я вообще вожу вас по всем этим местам? Это же не какие-то туристические места, может быть, они даже не вызывают у вас какого-то удивления, восхищения или еще чего-то. Но дело здесь не в том, что я всегда хотел жить в городе, где есть поле для гольфа, или в городе, где есть какой-то торговый или бизнес-центр, у которого на стенах растут растения. Нет, дело не в этом. Я хотел показать вам, что этот город, он имеет свой собственный, как это сейчас говорят, вайб, ну или я бы сказал, атмосферу. Это супер уютный, очень небольшой по сравнению, например, с Питером или Москвой городок, но при этом в нем прекрасно развита инфраструктура за счет того, что это столица. Очень часто в комментариях под видео о Чехии, где-нибудь на стриме, в донатах или даже просто в чате меня спрашивают о том, как же все-таки проще всего переехать в Чехию. И я каждый раз отвечаю, что нет способа сделать это проще и выгоднее, чем начать изучать чешский язык. А поможет вам в этом школа чешского языка GoStudy, которая уже более 20 лет занимается подготовкой русскоязычных студентов к поступлению в чешские государственные вузы на бюджетное обучение. Да-да, именно на бюджетное, и платить за обучение в вузе будет не нужно, ведь по местным законам, выучив чешский язык, ты можешь поступать в любой государственный вуз на тех же основаниях, что и граждане самой Чехии.
А с этого года Go-Study запускает уникальную программу, благодаря которой изучение чешского языка и поступление в местный вуз становится доступным практически для каждого. Изучать чешский язык в Go-Study теперь можно полностью онлайн. А стоимость базовой программы состоит из регистрационного платежа в 600 евро, а также по 100 евро каждый месяц. Также, при желании, вы можете выбрать себе дополнительные услуги, например, если вы вдруг решите перевестись на очную форму обучения и приехать доучивать язык сюда, в Прагу или в Брно. Конечно, лучше всего учить язык, приехав сюда, в Чехию, потому что тогда у вас будет просто полно практики, но бывают ситуации, когда это просто невозможно. По финансовым, по визовым, еще по каким-то причинам. И в этой ситуации вот это онлайн-обучение всего за 100 евро в месяц, это просто идеальный выход. И как и на очных программах, при онлайн-обучении вы также можете выбрать дополнительные предметы для подготовки к вступительным экзаменам. Благодаря удобному интерфейсу сайта вы легко можете добавлять любые дополнительные услуги и сразу видеть, как меняется итоговая цена. Вся суть этой онлайн-программы заключается в том, чтобы дать вам возможность платить только за те вещи, которые действительно будут вам необходимы. И более того, за счет того, что обучение дистанционное, вы еще и сэкономите приличную сумму денег, благодаря тому, что вам не придется снимать квартиру или комнату в общежитии. Кстати, когда я делал подсъемки здания Go-Study, несмотря на то, что занятия в тот день уже к тому моменту закончились, в коридорах я все равно встретил несколько своих подписчиков, которые спросили, можно ли со мной сфоткаться. Но так как это были не какие-то рандомные чуваки, а мои подписчики, то я решил устроить им целую фотосессию. Но я уже предвижу комментарии примерно следующего типа. То есть мне хватит денег для того, чтобы изучить язык, для того, чтобы даже поступить в университет, но когда я сюда приеду, мне на что существовать? И это очень хороший вопрос, поэтому я решил задать его человеку, который сам через все это прошел. Здорово. Так, ну пойдем. С Даниилом мы познакомились совсем недавно, он был одним из тех людей, которым я привез еду. Неважно. Важно то, что сейчас Даниил является студентом пражского ВШЭ, и я попросил его рассказать о том, как он подрабатывал в Праге после того, как закончил курсы по изучению чешского языка. Я поступил в вуз, и у меня было свободное лето, где я смог работать. Первая моя работа — это была работа на кассе в магазине Альберт, это самый известный магазин продуктов Чехии. Также параллельно я подрабатывал как курьер в World Food. Устроиться было абсолютно несложно, только нужно что иметь легальное нахождение в Чехии и справку о несудимости. Зарплата вот именно в Балте какая была? Она варьируется от того, когда ты работаешь, какое время суток, и сколько ты километров проехал. То есть это может быть от 150 крон за час до 250 крон в пиковое время. Сейчас ты кем подрабатываешь, если не секрет? Я в начале месяца подрабатывал курьером, а также подрабатываю на кассе в магазине. Если без ущерба для учебы, то можно работать 4 дня в неделю по 6 часов, это без проблем можно совмещать с учебой, и можно, 15 тысяч крон ты будешь делать. 15 тысяч крон. Это будет хватать на общежитие, на квартиру с кем-нибудь и на пропитание. Но я ни в чем себя особо не ограничиваю, то есть я могу пойти спокойно там в ресторан когда-нибудь покушать. В Праге очень много кафе студенческих, поэтому и в обычный тоже можешь, без проблем. Поэтому если вы сейчас работаете каким-нибудь доставщиком еды, кассиром и живете где-нибудь в России или в Украине и думаете, для меня переехать в Чехию это слишком дорого, нет, это совсем не так. Выучив язык и поступив в какой-нибудь универ, после того, как вы сюда приедете, вы спокойно сможете продолжать работать в той же доставке еды или кассиром, совмещать это с учебой, и вы будете получать больше, чем до переезда, при том, что цены на продукты и жилье в Праге вполне сопоставимы, например, с ценами в Питере. Ну а если вы обладаете должным уровнем инициативы, то время от времени вы можете находить весьма интересные варианты для подработки. В Праге происходят съемки практически каждый год, каждый месяц. В июле этого года, 21-го, происходили съемки Netflix'а «Грейман». Это самый крупный фильм Netflix, который снимался. Мне порекомендовал мой друг чех, сказал, что вот, я ходил на массовку там с ребятами. Я такой, можно я тоже? Он мне дал
контакты агентуры, я зарегистрировался, и потом ты спокойно на предложение отвечаешь и ходишь. Платят в среднем за 12 часов, это стандартный такой, примерно 1300 крон, 1200-1300 крон, плюс еще за то, что ты на костюм примеряешь, также там доплачивают. Ну, то есть там за 7 дней вышло 10 тысяч крон. А если у тебя там какие-то скиллы есть, там, я не знаю, может быть, опыт актерский или еще что-то, можно было больше заработать? Если ты черный, можно было больше зарабатывать, да. В два раза. В два? Ну, потому что Netflix. И, кстати, это мини-интервью мы записывали в деловом квартале в Ходве, где расположено огромное количество всяких мировых гигантов типа Sony, IBM и прочих компаний, в которые очень часто идут работать наши СНГ-шные студенты уже после получения образования в каком-либо из чешских государственных вузов. Ну и, наконец, отвечу на вопрос из начала видео. Прошла ли у меня радость мигранта? И, наверное, это в первую очередь зависит от того, что именно считать радостью мигранта. Если это просто какие-то первые положительные эмоции, которые захлестывают только что переехавшего человека, то у меня они, конечно же, уже давно прошли, ведь я нахожусь здесь уже более полутора лет. Перед тем, как решиться на переезд, я прочитал огромное количество статей, я посмотрел огромное количество видео на YouTube, пообщался с кучей совершенно разных людей, которые на протяжении многих лет живут здесь, в Праге, и когда я переезжал, я знал, ради чего я переезжаю, и я примерно знал, что меня здесь ждет. Не буду лукавить, лично мне переехать сюда было намного проще, чем большинству людей, ведь я видеоблогер, у меня изначально были деньги и работа. Но за то время, что я нахожусь здесь, в Чехии, я встретил огромное количество людей, у которых при переезде не было ничего, кроме аттестата, желания изменить свою жизнь и готовности буквально вкалывать ради исполнения этого желания.